Автомашины на все вкусы, возрасты и возможности. Фантастическая демонстрация мирового автомобилестроения. Под сводами гигантского зала сверкают каждая на своем месте последние модели автомашин: Mercedes, Volvo, Citroën, Toyota, Alfa Romeo, другие знаменитые марки. Женевский салон 91 года, как отмечают знатоки таких выставок, самый примечательный за последние 10 лет. Безопасность и экономичность, эстетика и экология – эти главные требования к современному автомобилю практически выдержаны во всех новых марках, представленных в Пале-Экспо. Более 60 новинок автомобилестроения из 30 различных государств. От суперзвезды Mercedes 500 SEL до миниатюрной Mazda с виду самой маленькой автомашины в Женевском салоне, но достаточно просторной внутри и удобной. На фоне других автомашин среднего класса неплохо выглядит и наша «Лада», пока предел мечтаний наших автомобилистов. Как говорится, каждому свое, но мечтать о лучшем не возбраняется. Творцы автомобилей, напрягая весь свой талант и мастерство, заглядывают в будущее.